Как укоренять черенок? Черенок укоренять проще простого. Берем здоровый свежий черенок, отрезаем где-то на расстоянии до 3 сантиметров наискось. Вот так. Даем подсохнуть минут 5. В это время набираем грунт. Вот у меня такой стаканчик 80-миллилитровый. Набираю полный стаканчик. Чуть-чуть слегка вот так вот его прижимаю. Все равно он очень воздушный. Видите, он очень воздушный здесь. Поливаю тоже очень умеренно, вот так. Все. Потому что черенок будет в стаканчике стоять в тепличке. В тепличке влаги выходить некуда, она будет циркулировать внутри теплички. Соответственно, вся эта влага будет так вот идти внутри, полностью увлажнит весь грунт, только он будет такой именно увлажненный, а не мокрый, как в болоте. Вот, и все. И корни в таком вот очень воздушном, слегка влажном и наполненном воздухом грунте очень быстро появляются. Все, черенок наш подсох. Я лично его вставляю вот, пока он не станет как бы плотно держаться. Я вообще люблю вот так вставлять, по самую пластину. Все. В тепличку, на стеллаж под лампы. Через 3 недели вы увидите первые корешки.